Внутри меня есть маленькая дверца, не каждому открыть ее дано. За этой дверцей поживает сердце, капризно и обидчиво оно. То жалится, то денежку конючит, а то все подай ему. Я потерял от этой дверцы ключик, и что за ней творится, не пойму. Я только слышу, как за этой дверцей оно стучится с частотой в 2 герца. Бывало, чё проснешься, словно пташка, душа поет и нежится с утра. А из-за двери, словно старикашка, оно конючит, выпить бы пора. Пришибленный, как будто бы застали меня за чем-то очень нехорошим. Я надеваю старые сандали или влезаю в мокрые калоши, как маленькая школьница бочком шагаю в магазин за коньячком. Играют на помойках ребятишки, пьют дедушки на лавочках винцо. А я угрюмый, как художник Шишкин, уродую пейзаж своим лицом. Оно внутри меня все шепчет: внучка, но тоже мне нашлось и внучка. Возьми коньяк какой-нибудь получше. Ну ладно, коньячка так коньячка. И сразу же от радости за дверцы оно стучится с чистотой в 3 герца. А может быть, с ним как-нибудь покруче, хотя бы раз с отказом попужает. С другой же стороны, его как внучек я вынужден любить и уважать. А то порой не то, что-то скажешь, оно то стук тихонько, то молчок. Как говорит, сердцу не прикажешь, приходится крутиться, как волчок. А то ведь может страшное случиться, за дверцу никто не застучится. И все-таки, пока оно стучится, заканчивая утренний вояж, я с коньяком лечу домой, как птица, и украшаю уличный пейзаж. Детишки шумно шмыгая носами вокруг меня кружатся, как волчки, и влажными от радости глазами встречают у подъезда старички. Я с вами попрощаюсь у подъезда, ведь все, что дальше будет, вам известно.